Позволите. Пожалуйста. Я рядом сяду. Решить представиться. Максим Кравчук, преподаватель ТИМО. Ведащий Николай, журналист. Рад знакомству. Это мое любимое место. Всегда сижу здесь. Отсюда вид какой-то особенный. Вы не находите? Да. Здесь красиво, да. Позвольте поинтересоваться, где печатаетесь? Главным образом, в устном обозрении. Говно, а не газета. Что? Самый гнусный сапожник, и тут лучше газету издаст. А вам не кажется, что мы с вами едва знакомы? Молодой человек, я представился вам. Вы назвали мне свое имя. Или это псевдоним, как это принято в вашей газетенке? Что? Думаете, я сумасшедший? Хочется идти? О, какое благородство! Какое великодушие! Оставить сумасшедшему скамейку! Сядьте! Сядьте вы, скажу, парень. Сплили, словно мальчишка. Будете? Нет. Как хотите. Я тоже не буду. Николай, скажите прямо. Вы для себя что-нибудь пишете? Где? Для себя. Роман. Роман? Роман. Меня интересует откровенная сцена. А, ну и простите, это не ко мне. Вас это не занимает? Нет, ну почему же? Просто я на этом не заостряю внимание. Я пишу психологический роман. Вы хотите сказать, что физиология вас не интересует? Да, да, можно так сказать. Простите, а с личным как у вас? Это не ваше дело. Конечно, не наше. А что вы на это скажете? По-моему, какая гадость изрядная. Смотрите, вы романист. Это жриц ведущего. Настанет время, и люди освободятся от условностей, потому что они будут счастливы. И все сведется к двум вещам. Да. Тради денег и адюльтер. Потом настанет золотой век, и один только адюльтер будет. Меня прям тошнит от ваших фантазий. Я вам еще своего сокровенного не рассказал. Ой, это ж увольте. Пока же смелость писателя. Слабой? Возвращаемся, вы слушаете. Слабой. Знаете, вообще, это не писательское дело. Пусть вас слушают в суде или в больнице. Какой-то вы здоровый аж противный. Эх, вот я себя в молодости вспоминаю. Мы тогда все бледные такие были, измощенные все. Но среди нас мода ходила. На голое тело пальто надевать, чтоб кальсоны из-за них качали. Это
металлическая собирание в клубе любителей порнографии. Почетный дневник и нечетный нумизмат. У меня коллекция была. Не поверите, 3000 открытых. У самого Крутицкого тот отсыл 1500 набралось бы. А возможность у него поболее моего было. Шутка ли, товарищ министра? Ты что, тоже, да? Что? В смысле, тоже порнографией интересовался? Что ж, он не человек? Или что, он устроен по-другому? Да все же чешется. Вот, время-то какое было, знаете, ждали, что вот война начнется. В такие моменты с человека вся шелуха миг слетает. Вы знаете, что вы вообще не обижаетесь. Но по всему беда, что в жизни вы еще неопытны. Я бы сказал, многого видится неясно, не до конца сфокусировано. Я говорил вам, что преподаю. Вот. Очень хорошо знаю, как выглядит молодость. Ее главное принять эту уверенность в том, что жизнь проста и понятна. Поэтому на их лицах такая усталость, такая злоба. Глядя на них, я понимаю, насколько полноценно прошу свою молодость. А интересно, вам какое дали прозвище студенты? Прозвище? Да. Карандаш. Карандаш? Карандаш. Что смешно? Вы знаете, у меня привычка такая есть. Я люблю, когда шоп уши открывается. Вот эти подлецы не приклеили. Ну, а у вас как где цветвали, а? У меня не было прозвища. Удивительно! Вы что ж хотите сказать, что в детстве у вас все было прекрасно, вас все любили и берегли, а? Я просто ничем не могу вам помочь. Ну, ваши сверстники, я так они вас называли, ну не может быть, что никак, а? А я знаю. Стой! Коля Николай, сиди дома, не гуляй, чисти картошку, ешь понемножку, тебе девушки придут, поцелуй твою, а? Угадал? Угадал, чего-чего, угадал я! Ну иди, угадал, иди, иди! Обзывай меня 100 лет, все равно ты старый дед. Ну что, вы обиделись? Нисколько. Николай, я к вам есть одна просьба. Засуньте мне просто карандаш в ухо. Пожалуйста, прошу вас. Виноват? Окажите мне любезность. Карандаш в ухо. В смысле, только в ухо? Я ничего больше не читаю. До свидания. Не волнуйся совершенно за это. Мой сын, примерно ваша ровесник, он отказался от меня. Поэтому я живу один. Если бы вы знали, как мне бывает одиноко вечером. Мне хочется, чтобы иногда хоть кто-нибудь был рядом. На крыше я приеду. Ставил бы карандаш. Поэтому я хожу сюда. Уж переберетесь ко мне, а? Нет, спасибо. Нет. Ну, знаете что? Вы знаете, я бы мог сюда приходить. Скажем, раз в неделю. Все в лицо мне истыкал. Это. Я платил свою маму. Вы не против? Ну, вы знаете, это пустое. Что это? Дай копеечку! А я вот делиться начну!
есть минус. Мальчики! Благодарьте! Мальчики навозные! Благодарьте! Мальчики навозные! Что с сердцем не болит? Ну-ка, девочка.